Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Пушкин. У любителей спорта он прочно ассоциируется с марафонами, особенно с легендарным ежегодным забегом Пушкин-Дворцовая площадь, одним из самых красивых марафонов Европы. Кстати, его очередной забег состоится совсем скоро, 4 сентября. Впрочем, самые интересные для зрителей этапы подобных марафонов проходят в Петербурге. Это на Дворцовой площади ставятся зрительские зоны, фудкорты и организуется прочая развлекательная часть. Да и короткие дистанции для тех, кому не осилить 42 километра, прокладываются от Парка Победы и до центра северной столицы. В самом Пушкине зимой можно побывать на многочисленных турнирах по спортивному ориентированию, а летом в местных живописных парках проходят старты скандинавской ходьбы и мастер-классы. Например, на днях разминку для бегунов в Нижнем парке провела Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка по спортивной, не художественной гимнастике. Все же самое интересное в Пушкине проходит на стадионе «Царское село». Так, 13 августа здесь состоялся открытый футбольный матч памяти игроков команды «Пахтакор», погибшей в жуткой авиакатастрофе 1979 года, когда в небе над Днепропетровской областью столкнулись два пассажирских самолета. Ташкентский «Пахтакор» был то, что называется народной командой. Он не мог конкурировать на равных с московскими грандами, но очень старался и одерживал отдельные яркие победы. Катастрофа потрясла миллионы людей, и с тех пор в память того погибшего «Пахтакора» регулярно проводятся футбольные матчи в разных городах бывшего Союза. Сам клуб здравствует по сей день, доминирует в чемпионате Узбекистана и до сих пор зовется народной командой. Так что на матч памяти приезжают в том числе и юные болельщики сине-желто-белых. Надо оставлять в своей памяти тех людей, которые, наверное, сделали, может быть, советский футбол этим великим. Понимаете, они оставили большой след в своей футбольной жизни. Вот. И я бы хотел всем организаторам, которые здесь, поклониться, сказать большое спасибо, что меня пригласили. Я с удовольствием приехал, потому что у меня в памяти и в моем сердце остались те ребята, которые, в общем-то, погибли в этой трагедии. Но этот матч мы посвятим им для того, чтобы еще раз вспомнить о них и поговорить с ними. В нынешнем году именно Пушкинская арена «Царское село» приняла символическую игру «Пахтакора» с ветеранами петербургского «Зенита». Сыграли в ничью, 3-3. Хотя петербуржцы собрали более молодой состав и выглядели значительно бодрее. Но, конечно, в таких матчах не играют на результат. Здесь важен только процесс. Зрители игры получили очень редкую возможность потрогать связь времен. Сама по себе история «Пахтакора» из далеких 1970-х, когда весь наш мир был совершенно другим. На поле вышли звезды 80-х-90-х, которыми вдохновлялся нынешний костяк фанатского движения России и стран СНГ. Ринат Досаев, Андрей Пятницкий, Дмитрий Радченко. Этих футболистов многие солидные болельщики впервые увидели на черно-белых советских телевизорах в далеком счастливом детстве. Само собой, спартаковец Досаев за «Пахтакор» никогда не играл. Он согласился выступить в узбекском составе как приглашенная звезда. В то же время играли более молодые экс-футболисты, уже кумиры 2000-х. Например, Александр Спивак и Александр Куртиян из числа зенитовцев. Не хватало разве что Халка, чтобы абсолютно все собравшиеся на трибуне возраста были полностью удовлетворены. За воротами в небо подняли громадный воздушный шар с фотографиями и фамилиями погибших пахтакорцев. Они наблюдали за игрой сверху. Погода в Питере почти дотянула до 30 градусов. Максимальное приближение северной столицы к Ташкенту. Хотя Андрей Пятницкий, сам уроженец столицы Узбекистана, только усмехнулся на вопрос о жаре. На его родине, конечно, куда теплее. Пятницкий признался, что и сам не понимает, как в молодости играл при палящем среднеазиатском солнце. А вот играет до сих пор. Игроков очень долго не выпускали на поле. Общие фотографии, отдельно с каждой командой, отдельно с самыми возрастными участниками. Важно, что такие игры проходят в формате открытого доступа. Каждый может прийти и посмотреть на футбол без глянца. На настоящий футбол. Эти игры имеют значение не только для зрителей, но, возможно, куда больше для самих ветеранов футбола. По трибунном помещении они обнимались так, будто всю жизнь играли за одну команду. Досаев в свои 65 лет без запинки перечисляет в интервью, кто и сколько забивал ему в ключевых матчах чемпионатов СССР. Для них всех футбол действительно то же самое, что жизнь. А Пушкин? Пушкин ненадолго стал одной из столиц мирового футбола.